Что такое тротуар? Спасибо. Это движение к стопкам, к сожалению, не будет по тротуару. Ну что? Просим вас дать назад. Все? Надо ГИБДД. Прошу, блин. Зачем подруга? Тихо, Наташ, снимайся. Уйди со своей камеры. Я тебе наклею что-то еще. Я так шабу мог. Мы же вместе живем в этом городе, давай. Иди ты нахуй, пёс, ёбан! Лисичка, не ругайтесь, пожалуйста. Хорошо. Я пью. Девушка, там по дублёру спокойно. Ставься, пожалуйста. Фамилия, имя, отчество. Ты что, на тебя троллит просто фамилия, имя, отчество, я тебе говорю. Фамилия, имя, отчество. Что вы стоите? Вы ГАИ? Нет. А в чем это? Пешеходы. Ну, пешеходы, да. Почему мы должны отходить? Мы тупарим, мы будем должны. Слушайте, у меня мало времени, отойдите в дорогу. Так давайте не тратить ни ваше, ни наше время. Вы не первые, не последние. Сейчас вызову тогда. Точно? Обещаете? Да. Я вам доверюсь. Хорошо, наряд. Или камеру тебе разбить? Ну, это ваше право, но камера все-таки как бы под статью попадает, ты правильно? Ты имеешь право снимать. Правонарушитель, полное право имеешь снимать? А я не правонарушитель. А что вы делаете, когда передвигаете по тротуару? Делаете? Я? Камеру стою на тротуаре. Свою? Нет, я не уберу, к сожалению. К вашему сожалению. Дай не давите, пожалуйста, дай ребят. Пошел вон. Да я-то пойду, но ты нецелесообразно так разговаривать, сами посудите. Мне тоже не надо. Я вам даже на «ты». Девушка, вы что делаете, девушка? Девушка, здесь тротуар. Вызывайте наряд, если вы хотите все в правовом поле делать, без проблем. Чего вы ругаетесь-то? Я вас не оскорбляю. А почему вы ругаетесь? Почему я с вами на «вы» и с вами уважительно, а вы вот так вот обращаетесь сейчас? Специально здесь стоите. Конечно, специально, чтобы не пускать водителей передвигаться далее по тротуару. Фамилия, имя, отчество ваше. Что-то вам даст? Бунин Кирилл, меня зовут. Женщина, вы будете звонить в полицию? Хорошо. Да? Лучше в детдоме где-нибудь помогли, или старикам. Хорошо. Что теперь хорошо? Вопрос, а прежде чем критиковать, я вы сами что-то делали? Я не собираюсь отвечать на ваши вопросы, ясно? Справлю. Ты не снимай, понял? Совершайте противоправные действия. Почему человек не может вас снимать? Вы неадекватный. Я предупреждаю в ответственности. Ответственности? Не вы сначала да, хотели размещать. Проехать по тротуару. Молчите, пожалуйста. Подошли вы к нам, рот не мы к вам. Закройте, вы меня можете послать? У вас проблема? Не надо. Можете себя вести нормально? Вы сейчас себя ведете, размещать каких-то вы сейчас себя ведете, никак не подобает женщине абсолютно. А вы себя как ведете? Подошли вы к нам, рот закройте. К вам. Я не буду рот закройте. Закройте. Вы себя ведете абсолютно отвратительно. Now